Отдай рюкзак. А давай. Окей, чувак. Ты охерел? Извините. Сейчас. Ты хочешь оно распать? Здравствуйте. Привет. А вы к кому? Я TikTok дом. Ну, допустим, для чего? Вы кого-то именно ищете? Нет, я именно сюда приехал. Для чего? Ну, я музыкант, и я давно на вас подписан, и у меня проблемы с музыкой в плане прослушивания. Я думал, что вы мне поможете. Ну, у нас много таких заявок, которые нам хотят и в дом попасть, и тому подобное. Я не знаю, чем мы можем вам помочь. Ну, я специально приехал со Львова. Ну... Как вас зовут? Олег. Максим. Привет. Я участник дома. Я не знаю, чем вам помочь на самом деле. Ну, давайте вы приедете послезавтра, завтра, через неделю мы поговорим. Ну, я не могу, я на последние деньги приехал сюда. У вас вообще никого нет в Киеве? Нет, вообще, я приехал сюда на произвол судьбы, скажем так. О, боже мой. Давайте так, я сейчас поднимусь в дом, спрошу у ребят. Смотри, я не знаю, что тебе могу я предложить. Не знаю, согласятся ребята ли, чтобы ты побыл в доме. У тебя вообще какие планы? Ну, я хочу очень сильно, чтобы мою музыку услышали. Я думаю, что вы мне в этом можете помочь. Уже я не знаю, у нас столько всех, которые хотят, чтобы мы их услышали, я не знаю, что тебе сказать на это. Ну, у меня прям ситуация такая, что у меня нет выбора просто. Просто мне ребята сейчас позвонили, в доме какая-то дичь происходит, и я приехал. Давай так, ты подождешь, я посоветуемся с ребятами. Да. Пойдем. Ну что? Присаживайся, я сейчас пойду к ребятам. Сейчас выйдет Карина, она у нас тоже была менеджером. Может, с ней как-то посоветуемся, что с тобой делать, потому что я не знаю пока что, куда тебя поселить. И нужно звонить продюсеру, он согласен, он не согласен. И подготовь музыку, чтобы как-то хоть объяснить ребятам, что кто ты. Окей? Хорошо, спасибо. Алло. Алло. Какая разница? Ну а ты серьезно? Ты сейчас докапываешься до моей музыки? Какая нормальная работа, музыка? Это и моя жизнь. Ну еще нет, еще не заработал. Ну в Киев уехал. В TikTok дом. Нет, не хочу. Не насрать, я просто поехал за мечтой. Мечта. Да, мечта. Что такое? Я потом перезвоню. Что да, это? Все нормально. А что ты тут ходишь? По телефону разговариваю. А кто ты вообще? Я Олег, кстати. Коля, ну можно потише еще? Вообще-то все спят. Да, извини. Кошка, уйди. Карина, ты не видела, что у нас чувак стоит? Какой чувак? По камерам ничего не замечал? Нет. Ну, стоял уже, точнее. Пришел, короче, чувак в дом. Очередной наш якобы хочет участником быть. Что за чувак? Я не знаю, я до конца не понял. Он типа мне начал говорить, что он на последние деньги приехал сюда, что у него никого здесь нет. Я не знаю, и страшно, и опасно выпускать. Я откуда знаю, что у него в голове? Ну так пусть стоит на улице и уходит. Я его завел в дом уже. Зачем? Ну, не знаю, мне жалко, чуть-чуть стало. Ты же знаешь наши истории с подписчиками, которые потом приходят и даже не спрашивают, зачем вообще
пускать в дом кого-то. Но он сказал, что он музыкант и типа музыку пишет. Ну а что, не хватает музыкантов? Хватает. Ну так а в чем проблема? А что выгонять? Вдруг он нормальный? Какой нормальный чувак будет просто так приходить в дом и говорить, что он там сказал? Он сказал, что он наш подписчик, и он видел, что у нас нормальная, типа, компания, компашка. Он собрал последние деньги и приехал к нам. Вопрос, зачем нам люди без аудитории, без ничего? Я не знаю. Ну, типа... Ну, жалко просто, он... Я не могу его куда, вот, если подумать, куда он сейчас пойдет? Пусть пойдет, попьет водички и уходит себе обратно, уезжает. Куда он пойдет? Какая разница, куда он пойдет? Зачем нам это надо? У нас своих проблем что, недостаточно? Ты думаешь, против будут все? Конечно! Хотя бы переночевать. Зачем? Я не понимаю вообще. Что делать, я даже не знаю. Может, ты выйдешь с ним поговоришь, потому что мне сложно сказать. Я не буду ни с кем разговаривать, нахрена мне эти бомжи. Фу. Да блин, Максим, ну я не понимаю, что ты впустил непонятно кого в дом. Разбирайся теперь, что с ним делать. Ну хотя бы пусть переночует, может в подвале, не знаю где. Ой, боже мой. Леон, ты видел, что там за испытание в Brawl Stars'е? Какое? Там какой-то гриффин, короче, вот этот. Ну видел, нет? Нет. Посмотри, там, короче, как всегда, вот это идет. Ребят, сначала можно потише, пожалуйста? Да, сейчас. Там, прикинь, идет сначала Brawl Ball, дальше вот эти вот штуки, и там за победы можно там и денежки, и сундуки. Да, пожалуйста, я хочу поспать. Так, 2 часа дня. И прикинь, и в конце дают вот этого гриффина, я так и не поняла, это или скин, или новый персонаж. Я тоже не понял. Ну, скорее всего, скин какой-нибудь. Короче, не хочешь сейчас поиграть? Ой. Ну пожалуйста, пожалуйста, ладно, пожалуйста, иди. Пожалуйста. Все. Да? Нет. Ну почему нет? Все, Лиза! Теперь я не могу заснуть. Спасибо большое, ребят. Чё со мной на вы? Я говорю про тебя и Лизу. В чем проблема, Кирилл? 2 часа дня. В смысле 2 часа дня? Но ты знаешь, во сколько я приехала? Ты знаешь, что я хочу спать? Зачем? Почему у нас какой-то проходной двор? А ничего, что у нас собирались еще Аня, Карина. Это было ночью, и когда я сказал, что я хочу спать, они все разошлись. Лиза приходит сюда на постоянке. Меня кумарит это, меня кумарит бардак, который здесь вообще находится. Сейчас их нет, потому что как минимум вон ее топ. Это как минимум. Где? А, вон. А, ну окей, одна вещь. Как минимум. И это все потому, что я ей дал... И она убрала все свои шмотки. Меня бесит то, что вы покупаете еду, и Лиза в частности, и она ее здесь оставляет. Она оставляет шмотки, она оставляет огрызки, она оставляет все. Ну, чувак, мы тут тоже срём. Посмотри, вон твои кроссы, твои носки. У тебя под кроватью, пи***ц. У тебя там трусы твои с ананасиками. А вот это что? А это мой спонжик, которым ты и я пользуемся. А вот это что? Иди нахер. А это что? Да. Мои шорты. А вот это что? А это ты брал. У тебя какой-то пи***ц под кроватью. А может быть это все твои шмотки? А что ты не смотришь дальше? Там твои трусы, маски. Там только мои трусы. У меня уже реально просто крышу сносит. Вот эти шмотки дебильные, которые ну нахер никому не нужны. Это твои шмотки. Серьезно? Это твои шмотки. Это... Какого хрена они лежат, блин? Это... Вот тут. Это Анора принесла твои вещи. Вот это... В смысле? Это твои вещи, идиот. Господи, я хочу умное дитя. Я пока не выкинул, он не выкинул мой рюкзак, я его убью. Не трогай мой рюкзак. Давай, чё ты? Давай! Ну, отдай рюкзак. А давай! Ты окей, чувак? Ты охерел? Извините. Хорошо! Играем по-жёсткому. На! Ты даже выкинуть не можешь.
Могу! Могу! А на крыше осталось. Идиот! Ты чё? Нахуй это делать? Ты охерел? Ты охерел? Вали отсюда, я говорю. Ребята, все хорошо, что происходит? Зайдите. Ай, блин, ты мне сейчас спину поломаешь. Вы сейчас все поломаете, заберу уже. Макс, я феном жопой, точнее на фен жопой сел. Тебе не привыкать. Тебе не привыкать, козел. Че вы устроили, дебил? Да этот придурок все раскидывает. А этот придурок не раскидывает сейчас ничего? Он мне машинку сломал. Вы гоните? Что тут происходит? Я сейчас тебе еще лицо сломаю. Эти дебилы ссорятся. А дело в суть. Ой. Аня, хватит проходного двора. Больше одного человека здесь нету. Ты что, совсем офигел? Да, что происходит у вас? Там мой фен. Дай я фен свой заберу. Что он у тебя вообще делает? Что происходит? Кирилл, блин, дай мой фен. Ты ей чуть руку не отрубил. Ничего. У вас ничего, все нормально? Будет еще рука болеть. У вас помимо все нормально? Роша. Что, совсем конченый? Ты что, офигел? А ну выйди отсюда. Вот это валяется, это охерел, твою мать! Вообще, ты тут раскидываешься, херню! Ты первый начал кидаться. Нихера я не начал первый кидаться. Ребята, может вы уже прекратите, к нам чувак пришел. Идет отсюда, вон у нас тут есть один чувак. Вы гоните, вы больные или что? Дебилы, успокойтесь! Нет, отвали от него! Вы придурки! Дебилы! Выйди! Окей, Кирилл, ты дебил? Какого фига? Что здесь происходит? Я один раз зашел, думал, вы прикал. Здесь второй раз. Что за херня? Я не могу тут больше находиться. Тут все дебилы, ДЦПшники. И мем про тиктокеров, что они ДЦП, он подтверждается. Ты придурочный? Нет. У вас все нормально? К нам приехал какой-то левый чувак непонятный. Мне мало проблем еще вас разборонять. Зачем нас разборонять? Ну, а как? Чтоб ты нахер убил Леона, либо Леон тебя? Да мне посрать, понимаешь? Пусть убьет, пусть я его убью. Вообще посрать, понимаешь? У меня все. Меня поцарапали, придурочные. Иди поплачь. Придурки. Кирилл, толпа. Ты только пришел к этому. В смысле, только пришел? Это шутка. Он в основном из-за тебя начал. Мы повыкидывали половину вещей, мне разъебали нашу машинку. Все, я виновата? Я с тобой живу, Исанора. Ты не будешь спать здесь на одной кровати. Ну ладно, ты можешь перейти туда. Ты хочешь с Анорой спать? Я шучу. Я просто не хочу жить с этим. А где ты жить будешь? Придумаю. Я к Коле пойду. Так а что случилось? Можешь просто сказать? Ничего, Кирилл сделал замечание, когда ты зашла. Так а ты при чем? Пусть на меня орёт. У нас с ним начался конфликт, что он говорил, что ты оставляешь везде срач и везде полный пи***ц за тебя. Я заступился. Так это же не так. Я у вас в комнате в последнее время вообще не бываю практически. И если бываю, то вот я принесла чипсики, аккуратненько их положила, и то мы тогда их приносили из магазина. А чипсики неаккуратно. Нахай, пожалуйста, шмотки дебильные. Отвали, ты в комнате. Я тебя сюда не звал. Дверь закрывай. Что, настолько все жестко? Хочешь, можем сюда поставить еще одну кровать, вот туда. Можешь там спать. Сука, идиоты, блин, они... Ты кто? Привет. Привет. Что случилось? Общага засланная. Так, а что случилось? Давай я помогу тебе. Просто пообщаемся, может. Нет. Я хотел бы стать новым участником дома. У тебя ДЦП? Можешь становиться. Но ты не будешь со мной в комнате жить, это 100%. Можешь с подстреленным жить. Так, что случилось? Ничего. Боже, придурочный. Олег, мне кажется, ты приехал в неподходящее время, потому что у нас в доме... У нас немного не та обстановка, которую ты привык видеть в Инстаграме, либо где-то еще в каких-то роликах. Пацаны сейчас поругались и...
Я не знаю, чем тебе помочь. Я честно не знаю. Я думал, у вас все так, как оно и есть, типа. Ну... Как в соцсетях. Это просто красочная, сказочная картинка. Уже я не знаю тебе даже где поселить. Ну, хотя бы одну ночь. Ярик, а можно с тобой поговорить? Короче, давай так. Ты пойдешь в комнату к нашему оператору, я покажу, там свободное место. С музыкой потом твоей разберемся. Приедет продюсер наш, мы поговорим. Если у тебя нормальная музыка, то может быть мы что-то придумаем. Но сейчас, сегодня не то время, чтобы обсуждать что-то. Я увидел. Ладно, пошли.